Второй вопрос. Да. А можешь как-то историю этой песни рассказать, она как-то на каких-то реальных впечатлениях основа? Ну, у нас такой остров есть на Юрле, там, где мы частенько бывали с Сашей Вагуновым, он же Фил, Максим Гавриленко там бывал. Ну и от Шуков, насколько я понимаю, вот с Шуковым, правда, мы там именно не пересекались. Ну и после одной из таких поездок появилось, собственно, небо в проехах, поскольку три реки в одной точке, там Волга, Волгушка и Нерль. Там же, кстати, было написано «Не улетай», и какие-то другие песни были задуманы как раз. Правда, давно там не было, за меня туда барабанщик сейчас катается. Просто она какая-то дремучая такая песня. Ну, дремучая, да, место дремучее, место очень классное, хорошее. Всем рекомендую побывать. Остров с Князиным. А почему там вот такое, то есть вот это ощущение, что там нечисть какая-то? Да это, это не нечисть, понимаешь, в чем дело? Здесь в песне нет слов о нечисти, есть об ощущениях света. То, что зло вокруг существует, какие-то негативные вещи, даже на уровне какого-то восприятия их в природе, человек, наверное, никогда не должен забывать сам для себя в первую очередь. И поэтому в любой песне, когда присутствуют розовые очки, вот мне, например, это не очень нравится. Всегда есть, должна быть какая-то постановка вопроса, проблема какая-то. Ну, хотя есть и, конечно, какие-то веселые песни. Ну, в веселых песнях тоже у нас юмор черный любят, кстати, в стране. Поэтому все объясняется. Ну, сейчас, кстати, тоже будет дремучая песня, наверное, я вот как раз.